Салют всем, на связи Савченков Иван, также известный как Дон Хуан. Это школа сам себе битмейкер. И данное видео записано при поддержке проекта Битмейкер TV. В данном видео я хочу рассказать вам о том, как можно записывать ваш голос или же какой-то инструмент, подключенный к вашему компьютеру, через FL Studio. Мы как бы знаем, что если записывать через FL, то обычно голос дублируется в наушниках или же в колонках, что очень неудобно и очень сбивает. Но недавно до меня дошло, меня осенило, как это сделать. Все на самом деле очень просто. То есть, если мы, например, выбрали 13 канал для записи нашего голоса. Здесь, да, мы выбираем во вкладке In, здесь выбираем наш микрофон. В моем случае я выбираю вот аналог In A. Дальше, когда мы нажимаем «Запись», у нас голос, как я уже говорил, начинает дублироваться в наушниках или в колонках. И чтобы от этого избавиться, нужно всего-навсего убрать посыл данного канала на мастер. Все гениально просто. То есть мы убираем посыл, наш голос туда не идет, но записывается на этом канале. И вуаля. Все очень просто, как оказалось. Надеюсь, был полезный совет для вас. Надеюсь, он вам понравился. Вы им воспользуетесь. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И до встречи в новых видео.